Чтобы создать такую небольшую топиарную фигуру, нужен один день рулон гофрированной бумаги и немного бутафорских фруктов. И вот оно стоит и радует вас круглый год. А вот чтобы создать живую топиарную фигуру, целый коллектив трудится не одну неделю. Результаты работы умельцев увидим прямо сейчас. Медведей в Сибири действительно можно встретить прямо на улице. Этот топтыгин обосновался в Иркутском микрорайоне Солнечном. Правда, вид у него совсем не презентабельный. В отличие от лесных собратьев, он зимовал голышом. Стать обладателем шелковистого меха сегодня медведю помогают 4 специалиста. Вот только средство для роста шерсти совсем не аппетитное. Это смесь навоза, земли и мха. Из нее и должна появиться новая шкура. Операция займет пару дней. После нее медведь позеленеет. Правда, вопреки устойчивому выражению, не от злости, а скорее наоборот. Такой жаркий день, как сегодня, чтобы не получить солнечный удар, приходится искать способы охладиться. Я вот, как видите, предпочитаю обмахиваться блокнотом, а вот косолапому в этом деле без помощи человека ну никак не обойтись. Поэтому, чтобы он хорошо себя чувствовал, каждый день будет принимать душ из поливальной машины. Уже оценил пользу от водных процедур. Оленю моют новую шкуру неделю. Рогатый буквально на глазах помолодел. Даже не скажешь, что ему уже 6 лет. Каждое лето на иркутских клумбах обживаются звери. Через неделю компании присоединится слон. Экзотическое животное проходит курс реабилитации после зимовки на свежем воздухе. Увидят горожане и нового обитателя областного центра – символ Байкала. Сейчас его готовят к премьерному выходу. Мы все отрисовывали в режиме 3D. Это сюрприз городу будет. Это я когда увидела ту нерпу, которая предыдущие годы была, она нас не устраивала совершенно, потому что это немножко не похоже было на нерпу. А сейчас я думаю, что она будет более узнаваема. Невозможно не узнать обитателя тайги. В Братске среди цветов обосновался Захатый. Есть в городе металлургов и свой топтыгин. Кстати, шкурка у животных всегда на высоте. И зимой, и летом одним цветом. Ведь она искусственная. И местный зверинец от капризов погоды не зависит. Алена Полоненко, Александр Дудин. Новости по будням.